Тележурналисты всего мира сегодня отмечают профессиональный праздник. Показать кухню телеканала «Первоуральск ТВ» решили и наши корреспонденты. Тележурналисты – народ творческий, но одного креатива мало. Любая работа нашего брата сопровождается тщательной подготовкой. Я готова? Пишем. Всего на набережной установили 60 опор наружного освещения. Изменения коснулись и дорожек. Старые бетонные плиты убрали. Старые бетонные плиты убрали и выложили цветную тротуарную плитку. Какие бы житейские будни ни случались, тележурналисты и операторы всегда начеку. Случился ли потоп или кот залез на дерево, едем и снимаем. И чего только не приходится делать ради красивого или удачного кадра. Сесть в упряжку к хаски или взобраться верхом на лошадь. Для Меты это уже вторая роль в кино. Впервые она снималась 10 лет назад в известном фильме «Барышня-крестьянка». Как настоящая актриса, она знает, что главное в кино – это спокойствие. Многое в работе тележурналиста остается за кадром. Ведь порой даже у опытных ведущих во время съемок случаются ляпы. Отправляясь в Первоуральск, не забудьте прихватить с собой зонт. Прости, он не открылся. Язык прикусил. Так, а вот тут я, дорогие товарищи, и подвис. Ирак, Египет, Германия, Боливия, целая география различных стран на заборе питом. Некоторые вольеры, как решетка, на них, в них. То, что скрывает телекамера, кроется в этих комнатах. Над созданием нашего выпуска новостей трудится целая команда. Операторы, монтажеры, редакторы. За двухминутным сюжетом порой стоят часы съемок и гигабайты видео. О трудностях тележурналистской деятельности теперь знают и некоторые первоуральцы. Сегодня им выпала возможность самим оказаться в роли корреспондентов и ведущих. А вы довольны своей профессией? Своей профессией, да, я очень довольна. Мне нравится работать корреспондентом. Я очень часто общаюсь с разными абсолютно людьми и многое для себя открываю. Будете новости рассказывать. Давайте смотрим в камеру и рассказывайте последние новости нашего города. Последние новости нашего города была аварийная ситуация на трассе, устранили. Довольно хорошо, быстро. Смотрите в камеру. А что говорить-то? А вот расскажите, какая погода сегодня в Первоуральске? Сегодня, смотрите в камеру. Сегодня погода очень ясная, солнечная, прекрасная, тепло, хорошо. Уважаемые телеведущие, операторы нашего городского телевизора, телевидения. Я вас от души поздравляю. Желаю здоровья, успехов, красоты. Лейла Алиева, Михаил Пиранков, служба народных новостей.